Господин президент, какое нахуй АТО, блядь? Послушайте, что здесь происходит. АТО, блядь. Тут война, блядь. Если вы этого, блядь, не видите, то поднимите свою сраную жопу, блядь. Возьмите с собой жену, блядь. Всех детей, блядь. И приедьте сюда, и посмотрите, что тут, блядь, происходит. АТО, блядь. У нас уже, блядь, знаете, какое чувство, блядь, господин президент, блядь? Что мы, блядь, без вот этого вот. Без вот этого. Вот этого, блядь. Вот этого, блядь. И вот этого мы уже, блядь, свою семью, чувствую, скоро не сможем прокормить, блядь. Потому что нам придется, блядь, вернуться нахуй и добывать себе еду, блядь, по-настоящему, блядь. А не, блядь, потому что у нас зарплата сегодня, блядь, пиздец. Мы вчера посчитали, блядь, $150, блядь. И ни в чем себе не отказывай, нахуй. Господин президент, это пиздец. Я чувствую, скоро этому пиздецу наступит конец. Блядь, где хоть один кугуар, блядь, на передовой, где надо раненых вывозить, блядь? Где, блядь, хоть одна нахуй машина, блядь? Нам люди, блядь, простые помогают, пригоняют машины, блядь, а мы еще и за свои бабки, блядь, доводим до ладу, блядь. Каждый день, блядь, нахуй колеса, блядь, бортируем, вулканизируем, потому что на этих осколках, блядь, тут невозможно ездить просто. Где, блядь, питание, елки-палки, блядь? Если б не волонтеры, им памятник при жизни надо было ставить. Да пиздец нам уже б тут был бы, блядь. А куда сейчас эти, блядь, волонтеры денутся? Посмотрите, блядь, на цены. Уже и волонтеры скоро, блядь, просто обескровлятся. Что, блядь, тогда, нахуй? А то, блядь, опять а то, блядь. Это пиздец, блядь, господин президент. Это просто пиздец, что происходит. Наверное, видно, блядь, 54-го года, блядь. Наверное, видно. О, 54-го года, блядь. А у меня 85-го пулемет. И эта хуйня еще стреляет, самое что интересное, блядь. У нас люди, сука, грязи, дома, блядь, нищие, нахуй. Блядь. Уроды, блядь. К чему ты страну привел? Это пиздец. Пацаны, как бы оно ни было, блядь. Слава Украине. Героям слава. Героям слава.